Ребята, всем привет. Сегодня 23 число, и 3 дня назад, 20 числа, ко мне подходит товарищ. Мы в офисе делами занимались. Подходит товарищ, говорит, мол, такой, смотри, вот телеграм-канал мне показывает какое-то видео, и там ДТП. Я говорю, ну что, типа? Мне говорят, ну типа это Саида машина. Я смотрю, да, это его машина. Он ее там только заклеил, только купил. Я такой, ё-моё. А там она размотана в клочья. И первым делом, что я захотел сделать, позвонить Саиду и сказать, брат, как так-то, а? Только тачку взял за 10,5, типа, что случилось? Я ему набираю, Саид не берет. Ну и меня дурные мысли, короче, начали посещать сразу. Получается, после этого звонка я сразу набрал Натану. Это наш общий друг. Набираю, говорю, брат, ты не знаешь, что у Саида произошло? Ну и Натан говорит, брат, я перед ним стою, Саид умер. Из аура откачивают, короче. У меня ком в горле, я говорю, брат, в смысле, говорю? Он говорит, ну вот так вот, а Миш, клянусь, говорит. Ну и все. Я поехал туда сразу на Кутузу. Не могу сказать, что типа я не поверил там в это, я... Поехал, хотел увидеть это своими глазами, приехал. Ну и все, Саид уже тоже лежал, Заур уже тоже лежал. Оба погибли, короче. Не хочу вдаваться в подробности, там рассказывать, что как случилось. Там в интернете и так уже достаточно видосов облетело. Все прекрасно знают. Я не знаю, что это за тема такая происходит, но не прошло и года, вот как я своего близкого человека, второго потерял. У меня почти год назад отец ушел. Сейчас Саидик. А, это, короче, так сложно, короче, близких людей терять. Вот, и как будто... Ну, и идет же время, да, какие-то ситуации... Ну, сейчас вот после Саида смерти и Заура идет время. Вот. И мы общаемся в компаниях каких-то. Ну, мол, типа, там, кто-то начинает шутку. Я там подхватил, знаете, смеемся, там, условно говоря... И сразу как будто стыдно становится, как будто Саид типа наблюдает. И я ловлю себя на мысли, Саид погиб, а я тут смеюсь, и мне стыдно становится. Тяжело это, берегите себя, самое главное. Также обращение к моим друзьям всем, да и к подписчикам ко всем, то, что так хочется, чтобы сейчас все жили как-то аккуратно. Вот, к сожалению, вот такие уроки, наверное, только учат. Сам себе уже поклялся, что никогда в жизни гонять не буду. Хочется сейчас взять, набрать, сказать, Саид, брат, давай тормози уже, далеко все зашло. Пранк удался, думаю, а это не пранк. И все, что я сейчас могу лучшее сделать, да, и близкие Саида, все, кто к нему приближен, это сделать все возможное, чтобы сейчас ни в чем не нуждалась семья Саида. Я не знаю, будет корректно ли будет говорить, кто в его состав там семьи входит. Но у Саида были дети. Я могу от себя пообещать то, что в материальном плане, в плане поддержки, я все, что от меня требуется, я сделаю. Надеюсь, так же и поступят, да, все его приближенный круг его общения. Я мог бы просто сейчас оставить цифры, да, в закрепленном комментарии счета, но сам для себя считаю нужным, что какой-то след на своем канале я должен для него оставить, потому что мы много крутого всего вместе сделали, и могу сказать то, что Саид был реально здравым пацаном, на которого можно было в любой ситуации положиться. Ну вот бывают люди, да, в которых вы позвоните, и вы уверены, что этот человек сейчас приедет, поможет. Это был тот самый человек. Не хотелось бы, да, тоже отделять Заура. Я знаю, что Саид очень искренне относился к Зауру, так же, как и друзья Заура. Мы с Зауром не так были хорошо знакомы, но тоже много раз виделись. Также хочу перед семьей, перед родными Саида и Заура извиниться, что я все это рассказываю. И всем бы хотелось сказать, это банально прозвучит, но надо ценить, ребята, проведенные минуты с людьми. Там какие-то обиды, если у вас там есть, да, друг на друга. Это такая херня на самом деле, все. Любите, дружите. Гуляйте, никогда не ссорьтесь.
уважайте друг друга. В закрепленном комментарии я оставляю номер счета, куда вы можете пожертвовать деньги. У кого есть желание, никого упрашивать не буду. Просто для кого не безразлична эта ситуация, да, информация у вас есть. Цифры счета в закрепленном комментарии. Это номер счета жены Саида, Лейлы. Полная сумма, которая соберется, да, с общей, с этой всей суммы мы поделим пополам для семьи Саида и для семьи Заура. Братья, если вы нас слышите, помним, скорбим, с лучшими воспоминаниями только о вас. Обнимаю крепко всей душой, блядь, всем телом. А так еще выпуск начинается. Не, я его не хотел выкладывать, но просто ситуация заставила, что нужно вам объявить. Ладно, давай, брат, все.